Всем привет, а сейчас хотел бы сделать реакцию на Dance Performance от Seven Light. Поехали! Lion Pride Entertainment. О, необычные. Ой, сколько там? 7 человек в группе. Неплохое начало. Салкын күшене сонныне жүрек соғылдай сенің қылдай келе арман шоғында жол көріне төзім таусылмай өмір сынай бере. Моза жол, бірақ мен енді кері қайта алмайым. Басқа құсқан кедергілерге жастым байылым. Суымды көп созбай, жете, жете. Сол бір белес. Шуды жүргенде қайта үйреніп бір ғарышта тағы өртендік шатырдан тайдырды болған қателік белгі күтуден шаршадым жол сілтейтін ізім қайда а? Кенеттен бәрі өзгерер оңға мен оны сезіп сенімді артам өзгеріс керек тіліп ау керегін береке балқын толқында қал түнімен түнімен үндеп келіп кері шекте босатам біреу сыбырлай бәлкім бұл жан айқайдың сыбысы болар санымды олар бәрі сонда да арманда қоймады тұмыздар жол бірақ мен енді кері қайталмаймын басқа босқан кедергілерге жастанбай аламын суымды көп сөзбайым жетер жетер сол бір белес алыс емес келеді күткен күн сен соңы емес сол бір белес алыс емес келеді күткен күн соң емес. Ну что же, отличный данс перформанс. В начале клипа они, конечно, мне напомнили один из клипов группы BTS. Поэтому, конечно, сразу во время клипа я начал сравнивать
тот клип и этот. Конечно, до такого уровня, как BTS, им нужно расти, но я вижу, что у них есть огромное будущее. Есть несколько замечаний. Первое, это было бы неплохо, если бы вместе с ними танцевали бы другие люди, ну как, потанцовка. Второе, было бы очень здорово, если бы каждый из членов группы не был в черном костюме, а они как-нибудь выделялись. А то получается так, что, ну если издалека так смотреть, что все как бы одинаковые. Либо, может быть, прическу поменяли. Ну, в общем, как-то могли бы выделяться друг от друга. Что касается танцев и видеосъемки, конечно, очень понравилось. Плохие движения и было очень синхронно. Видно, что ребята проделали огромную работу для записи этого клипа. Ну, этого дэнс-перформанса. Спасибо за ссылку, спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока!